не положи. Там будет вот эта песня, которую мы написали вместе с Леной Костылевой. За что убили Пушкина в лесу? Это русский шансон. За что загубили Пушкина красу? За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су? За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су? За что убили Троцкого враги? Зачем убили Бродского, не лги? Володеньку Высоцкого и монаха Мендалаковского, наверное, за долги. Монаха Мендалаковского и князя Новгородского за старые долги. За что убили Хармса и Басё? Кому же это было надо все? И не за руб, не за пятага, просто так убили, бля, и все. И не за руб, не за пятаг, а просто так убили, бля, и все. За что убили Ленина, друзья? Молчите, бля, про Ленина нельзя. За что убили Леннона и с ним и Джона Кеннона? Спросить хочу вас я. Зачем убили Леннона и президента Кеннона? Скажите нам, друзья. За что убили Господа Христа? Не так уж эта песенка проста. Лишь только с виду глупая, она за сердце щупая лишает нас хвоста. Лишь только с виду глупая, она за сердце щупая напомнит нам хвоста. За что убили Пушкина в лесу? Зачем убили Пушкина красу? За что убили Плюшкина и зарубили Хрюшкина? Зачем на колбасу? За что убили Пушкина и погубили Пушкина за 80 су? За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. За все хорошее, за все хорошее, за все хорошее за 80 су. За все хорошее, за все хорошее. Песня так и называется, за все хорошее. За все хорошее за 80 су. Thank you.